Если вы обеспокоены состоянием костей или у вас есть подозрения на остеопороз, специалисты медицинского центра ГЕРЦ предлагают пройти вам полное обследование с использованием высокоточного медицинского оборудования и определить плотность костных тканей с помощью денситометрии. Более 8 лет медицинский центр ГЕРЦ занимается диагностикой такого заболевания, как остеопороз, методом двухэнергетической рентгеновской денситометрии, золотого стандарта в диагностике остеопороза. Актуальность денситометрии в том, что она позволяет выявлять потери костной ткани на ранней доклинической стадии, стадии остеопении, и предсказать возможный риск переломов. Денситометр клиники дает возможность исследовать минеральную плотность костей всего скелета с определением доли мышечной и жировой ткани по 7 областям интереса – голова, руки, ноги, туловище. Сама процедура денситометрии проста, безболезненна и информативна. Исследование всего скелета занимает 7 минут. Рентгеновское излучение денситометров крайне мало и по инструкциям изготовителей не требует специальных мер по радиационной безопасности. Пройти обследование может мужчина или женщина, которые заботятся о своем здоровье и хотят быть уверены в хорошем состоянии костно-мышечной системы, а также те, кто планирует активное занятие спортом. Процедура будет полезна в подростковом возрасте, когда линейный рост опережает развитие мышечной массы, и активное увлечение тяжелой атлетикой может привести к деформациям позвоночника на фоне слабости костных структур. Побеспокойтесь о своем здоровье, пройдите полное обследование всего тела в медицинском центре ГЕРЦ. Профессиональный уход по самым лучшим ценам гарантированы. С вами была Юлия, специально для Всем Купон.